Ще раз скажемо доброго бадьорого ранку, і в нашій студії присутня вже наступна гостя. Докладніше про неї ми дізнаємося зі листівки. Олена Гаєвська – за освітою вчителька української мови. Опанувала техніку масажу та косметології, консультантка однієї з косметологічних компаній. Життєві захоплення – робити мейкап та подорожувати. Доброго вам ранку. Розповідайте, як прокидалися сьогодні? Очень бодро, очень рано, и была настроена на встречу с вами. О, це дуже приємно. Ми сьогодні хочемо поговорити про те, як все ж таки слідкувати за шкірою обличчя та тіла, тому що літо в розпалі, і я так гадаю, що треба якось до нього обережніше ставитись. Все ж таки, по-перше, як на сьогодні літо в розпалі доглядати за шкірою? Конечно, это защита, защита, еще раз защита, однозначно, потому что солнце агрессивное, сейчас действительно оно в зените, это середина лета, безопасные лучи очень сильно греют и облучают нас ультрафиолетом, однозначно нужно защищаться средствами с SPF-фактором, увлажнять тело, максимально по возможности, конечно, в течение дня принимать прохладный душ хотя бы 2-3 раза в день. И носить, конечно, легкую, очень просторную и натуральную одежду для того, чтобы облегчить свой термобаланс, хотя бы даже если мы выходим в очень жаркое время суток, вот в обед или где-то передвигаемся по городу. А все ж таки, чим відрізняється догляд за шкірою обличчя від догляду за шкірою тіла? Очень отличается, потому что кожа лица у нас очень нежная, очень больше подвержена к различным воздействиям, и поэтому защитный фактор должен быть больше однозначно, SPF 30 или 50. Пользоваться нужно проверенными хорошими средствами, естественно, не экспериментировать на своей коже, да, чтобы потом невозможно было давайте спробуем. выйти из дому. И однозначно еще, конечно, нежелательно выходить в очень жаркое время, когда это 40 и выше, и подвергаться облучению. За телом нужно своим, конечно, тоже ухаживать. Его нужно максимально увлажнять, так же, как я и говорила, больше принимать душ и носить просторную одежду. Но, опять же, если тело очень подвержено со светлым пигментом к пигментации, то защищать нужно не только лицо бережно, но и все тело. Однозначно с SPF больше, плюс 50. А чим все ж таки ось зголожувати шкіру обличчя та тіла? Тому що ось дівчата розуміють, так, а ось ми, хлопці, ми трошечки не розуміємося в косметології, і все ж таки зараз мені здається, що інформація для хлопців і саме для мене. Чим все ж таки нам зголожувати шкіру? Вы знаете, я вам, наверное, не открою Америку, что есть косметика для мужчин. Она очень тоже есть качественная, очень хорошая. Если нужны консультации, приглашаю вас к себе на индивидуальные консультации. Вот. Защищаться нужно однозначно, и косметика для этого есть. Если, как парни, бывает, что не хотят в это углубляться, да, им хорошо выглядеть и бодро себя чувствовать важнее, чем пользоваться косметикой, тогда, конечно, поддерживать лучше водный баланс, увеличить количество воды, принимаемой в сутки, и этого будет достаточно для того, чтобы кожа была увлажненная изнутри, естественно, защищаться тоже внешне. Тож, для тих хлопців, які кажуть, що навіщо мені косметика, я не дівчина, я цим користуватися принципово не буду, тож треба їм пити більше води. Да, но я бы хотела сказать, что сейчас тенденция ухода за собой у мужчин возросла, наверное, где-то на 50%. Это очень радует, очень как бы приветствуется то, что мужчины тоже подумали о себе, о своей внешности. И это правильно, потому что каждый уважающий себя человек должен за собой ухаживать. У нас на сьогодні є такі дівчата, які там на вулицю так викинути сміття, теж саме треба зробити якийсь мейкап. Як я вийду на вулицю, не нафарбоване. Тож і дівчата наносять тонну цього макіяжу, і потім вони виходять на вулицю. Як все ж таки воно балансувати макіяж та ось такі промені сонця, щоб шкіра була здорова?
Очень хороший вопрос. Его задают мне сейчас очень многие, даже девушки, которые хорошо понимают и разбираются в бьюти-индустрии. Это легкие макияжи однозначно. Сейчас вообще модно нюд. Нюдовый макияж – это очень легкий, натуральный, природный макияж. Это ровный тон лица, красивый, да, ухоженная кожа. Вот это сейчас в моде. Сейчас не модно яркие оттенки, те, которые будут вызывающе бросаться в глаза. Наоборот, ближе тенденция идет к тому, чтобы подчеркнуть природную красоту. Да, как-то минимально это сделать, но очень правильно. Поэтому... Опять же, девочек приглашаю к себе, да, для того, чтобы как-то немножко разобраться, как же индивидуально взять и быть красивой природно, чем нанести тонны косметики, под которой в нашу жаркую погоду ходить очень тяжело. Зараз хочу поговорити трошечки про засмагу. Все ж таки, як равномірно отримати засмагу? Тому що ми виходимо на пляж, ми сидимо, ми відпочиваємо, і я так розумію, що більше у нас плечі підпадають під прямі промені сонця. Як все ж таки рівномірно отримати засмагу тіла? Нужно, конечно, увлажнять тело все, то есть это лосьоны увлажняющие, это защитные крема, которые против влияния солнца, но самое главное – это правильные часы солнцестояния, то есть загорать нужно утром до 10 утра и после 4, желательно после 16:00 вечером. Для чего? Потому что неагрессивное солнце ложится даже ровнее загар, очень красиво, правильно, а просто... Жариться на сонці днем сидіти – це ожоги. І мені, здається, головне – це не заснути на пляжі, тому що якщо ти засипаєш, то все. А ось, дійсно, ви кажете, що опіки. Опіки. Як з цим боротися? Тому що у нас існує стереотип. Я, коли був маленький, їздив до моря. Якщо я згорів, то що у нас перше на думку спадає – це сметанка. Так, да, сметана, кефірчик. Так, сметана та кефірчик. Треба ось це все змастити і все, до завтра пройде. Наскільки цей стереотип працює, чи взагалі правильно ми робимо? Да, после ожогов мы наносим еще бабушки наши в древности, да, и прабабушки. Это очень старый реанимационный метод. После ожоговый, да, после ожоговый. Да, он действует. Он снижает температуру тела, и он смягчает обожженные кожные покровы, которые должны быть сразу увлажнены. Но очень советую всем обратиться к специалистам. Почему? Потому что каждый человек не знает, насколько ожог глубоко проник, да, насколько он опасен дальше, как он будет развиваться, как он себя будет вести. Поэтому однозначно обращаться к специалистам, к врачам, к педиатрам или к человеку, который может помочь правильно, квалифицированно подсказать средство, которое поможет за несколько дней убрать это неприятное состояние. Але все ж таки, можна якось в домашніх умовах якісь від вас лайфхаки, окрім сметанки, щось зробити так, щоб завтра можна також вийти на цей пляж і знову згоріти? Нет, не рекомендую на следующий день выходить на этот же пляж и в это же время солнечное, да, однозначно после обгоревшей кожи, ее, за ней нужно ухаживать, за ней ее нужно подлечить. Конечно, это лучшее средство пантенолового ряда и увлажняющие лосьоны, те, которые просто будут питать и увлажнять кожу, поддерживать ее pH-баланс и снимать воспаление. Як взагалі правильно користуватися? Зараз трошки повернемось до косметики. Ви кажете, більше за все популярний нюдовий, так? Да. І на сьогоднішній день, щоб він був популярний, не популярний, а треба його наносити на обличчя, щоб тіло, не тіло, а шкіра, обличчя, да, вона не, не там пори не закривалися. Угу. Ми хочемо зараз поговорити про пори. Все ж таки, як їх очищати, тому що ми знаємо, коли йдемо, наприклад, до сауни, там всі кажуть, пори відкриваються, якщо не беремо до уваги сауни. Ну, навіть і без сауни, і в сауні вони самі не відкриваються однозначно.
Очищение должно быть правильным, особенно в жаркий период. Это легкие гелевые основы. Это не должны быть кремовые какие-то скрабирующие факторы. Почему? Потому что после агрессивного очищения кожа еще больше открыта, да, для воздействия солнечных лучей. И от этого, как следствие, бывает пигментация на лице, вот пятнышки, которые потом неприятно видеть. Поэтому легкие очищающие основы. В домашних условиях у любой красотки и у любого молодого человека, который все-таки пользуется косметикой какой-то, есть очищающее средство. Это, естественно, системный ежедневный уход должен быть, особенно в летний период. Зимой мы можем иногда забыть утром умываться, да, там чем-то, вот именно глубоко очищать свои поры. А в летний период это должно быть несколько раз в день. И однозначно защищающими средствами после этого очищения и сужающими поры кремами. Почему? Потому что они помогают не попасть в этой грязи, которая пыли в жаркий период, и глубоко забиться в поры лица. Защита, защита, еще раз защита. Все ж таки, які лайфхаки для хлопців ви ще надасте щодо косметики? Ми ось поговорили. Все ж таки, давайте трошечки поглибимося у цю тему. У нас залишилось досить мало часу, але його вже не залишилось. Знаєте, хлопці, я вам заздрю, що ви не почуєте цієї інформації, тому що зараз після інтерв'ю я буду говорити з нашою експерткою. Тож, дякуємо вам велике. На жаль, за браком часу ми будемо передавати слово. Юра, я тобі також все розповім, що я дізнаюся. Обов'язково, тому що дійсно до роботи на телебаченні я навіть не здогадувався про те, що хлопці повинні якось доглядати за своєю шкірою. Більше того, я дізнався, що таке міцелярна вода і такі страшні речі. Ну і в принципі, тепер якось потрібно з цим жити, тому обов'язково тебе послухаю і дякую вам за гарні поради. Ну, а ефір Суспільного вже за мить продовжать новини.